большое спасибо за поддержку, за понимание. Ну, а с нашей стороны какие задачи стоят, пожалуйста? Ну, во-первых, вам слова благодарности, что действительно всегда вот оказывается содействие судебной системы, все эти положительные отзывы о работе, так сказать, власти. А вас лично всегда я слышу, вот я от исполняющей обязанности представителя арбитража суда, от представителя Верховного суда республики, всегда только действительно положительные отзывы о работе в республике. Поэтому тоже слова благодарности, огромная благодарность за помощь, за содействие, за внимание в этой судебной системе.